твою. Пиздец, нахуй. Ну, на остановись. Тихо, народ. Когда снял, да? Сука, Вова, Вова! У него преимущество было. Блять, а? Помнишь, когда мы были моложе, нас заселяли, мы думали, о боже, кирпичный сарай, пятиэтажка, который в дальнейшем называли мы общажка, новые знакомства, посиделки до ночи, споры в курилке, девчонки между прочим.